постингом уже 10 лет, являешься членом Европы. Мы уже встречались с Кристопсом 3-4 года назад. Я тот бой проиграл и надеюсь, что смогу взять реванш. Желаем тебе хорошего поединка. Итак, еще раз, уважаемые друзья, Кристопс Вулмейстерс против Хенрикаса Микрайтиса. Латвийскому спортсмену 21 год, его рост 1,80 м. Его сопернику 22 года, точно такой же рост. Очень примерно равные спортсмены, но вот разве что Кристопс сказал о том, что он является чемпионом Европы. Более титулованный спортсмен. Резервный бой. Смотрим, друзья. Напомню, что поединки проходят на Siemens-арене. На этой самой арене принимает своих оппонентов баскетбольный клуб Litovas Rytas. Ну вот теперь здесь проходят бои. Сразу же представитель Латвии занимает центр ринга. Но Хенрикас очень неплохо обороняется. Даже и оборона-то это можно назвать с натяжкой. Просто здорово работает вторым номером с дистанцией. Видно, что Хенрикас настроен на то, чтобы взять реванш своего оппонента. Очень хороший, очень интересный обмен. И вот попадает Кристопс. Зевнул этот хай-кик сейчас, но здорово его подготовил. Кристопс бросил ручку туда, и тут же нога последовала. И вот очень неплохой эпизод в исполнении Хенрикаса Виксрайтиса. Очень опасно двойками работает Кристопс. И вертушку закладывает боец из Латвии. Ринг-анонсер просит болельщиков поддержать спортсменов, и я считаю, что они достойны этой самой поддержки. 30 секунд до завершения первого раунда. Концовку надо забирать. Ну что ж, очень ровный раунд мы с вами посмотрели. Были хорошие точные попадания как с одной, так и с другой стороны. Но, мне кажется, небольшое преимущество пока по этому показателю есть у Кристопса Вулмейстерса. В силу того, что он хорошо достал соперника ногой в голову. Мы с
высоко достаточно держит руки Хенрикас, поэтому нет ничего удивительного в том, что Кристапс регулярно проверяет печень ногой. Хенрикс повыше ростом, поэтому, конечно же, нужно бить, пытаться коленом голову навстречу. Бэкфист от Кристапса, который демонстрирует весь свой арсенал, удары с разворота. Хорошо попадает представитель Латвии. Да, на руках, конечно, он поинтереснее смотрится Хенрикаса. Хотя и у литовского бойца есть успешные моменты, успешные эпизоды. Тем не менее, на руках, ну, как, в общем-то, и говорил Кристапс, он смотрится чуть-чуть поинтереснее. И снова отличный правый через руку наносит Кристапс Бульмейстерс. Теперь уже слева достает. Левый боковой попадает Кристапс. Хорошо подсекает соперника боец из Латвии. Вот Кристапса требует все время оказывать давление на Хенрикаса. Еще одна двойка доходит до цели. Мы видим, что эти удары, которые пропустил Хенрикас, уже начинают сказываться потихонечку. Замедлился литовец и еще раз достает точно в челюсть Кристапс. Попадает боец из Латвии. Все чаще достает он соперника. Если все так будет продолжаться, то не быть реваншу. Капа попадает у Хенрикаса, по-моему. Нету Кристапса. Да, синий угол. Удар ногой с разворота в область печени. Вот здесь неплохо в концовке достал своего соперника правым боковым Хенрикас Вискрайтис. Но, наверное, это один из немногих эпизодов, которые можно выделить. Если говорить об ударах и об удачных действиях Виксарайтиса, в основном Кристапс Бульмейстерс, конечно, соперника перебивает очень уверенно. Я думаю, это никак не может нравиться местным болельщикам, которые наверняка...